Я уже писал по поводу этой ямы, которая у нас провалился мусоровоз. Вот. Заснял сейчас еще раз ее. Сейчас я вам расскажу интересную историю про эту яму. И посмотрим, чем она закончится. Всем привет. Сейчас хочу записать ролик про яму, которая находится по улице 40 лет Победы, дом 10 во дворе. Ситуация такая, туда провалился мусоровоз, ну и образовалась яма. Фото будет позже. Вот. Куда я обратился? Я обратился в администрацию города по этому поводу. Обратился в администрацию района. Администрация города, пока мне ничего не написали, администрация района отписалась тем, что они отправили мое обращение в управление жилищного хозяйства Александру Ипполитовичу. Все. На этом пока все. Ну, ситуация произошла еще в конце 20-х числах апреля, а на сегодняшний день уже 10 мая. Никто ничего пока еще не делал. Я обратился в ПЖРО Курчатовского района. Мне на письмо ответил Валерий Владимирович Поликарпов. На что он сказал, что эта и данная территория к жильцам и к управляющей компании никакого отношения не имеет. Значит, это должны сделать администрация. Но почему-то администрация отказывается от этой территории. На это есть видеоролик, я его тоже позже приложу. Обратился в приемную депутата Челимской Татьяны Николаевны. Обратился я к ней 8 мая. За это время они были в курсе, что произошла такая ситуация, и толком никто ничего не делает. Спрашивается, для чего вообще вы избирались по этому округу, если вы ничего не хотите делать. Вот. На что мне ответили, что они 9 мая они сходят, сфотографируют эту яму и отправят в соцсети. А до этого почему сидели молчали? Почему никто ничего не делал-то? Ладно, дальше. Я пригласил журналистов «Вести Южный Урал». Они сняли ролик, показали по телевидению. Тоже никакой реакции. Ну, нет, реакция немножко пошла. То, что в ролике они ответили, администрация Курчатовского района ответила, что эта территория принадлежит жильцам дома. Вот. А на мое письмо в администрацию района они уже направили его дальше. Не стали мне так отвечать. Потому что ответ был неправильный, возможно. И вчера, после всего этого, то, что никто ничего не делает, я еще отправил письмо в государственную жилищную инспекцию. Вот представляете, администрация города 1, администрация района 2, ПЖРО Курчатовского района 3, приемного депутата 4, журналистов 5. И сейчас в государственную жилищную инспекцию 6. 6 инстанций я отправил жалобы по этому поводу. Кто за это будет отвечать и кому принадлежит эта территория, пока никому не известно. С вопросом, кто же должен ремонтировать дорогу во дворе, мы обратились к властям района. Ответ обескуражил. Оказывается, сами жители. Вообще, как бы сказать, содержание территории осуществляется за счет собственных средств жителей. Самое главное, что в такой ситуации, когда все-таки эту яму отремонтируют, мы надеемся на это, что сразу же появится много людей, которые будут говорить, что они приложили к этому усилия. Вы понимаете, о ком я говорю. Многие меня спрашивают в последнее время, не боюсь ли я записывать такие ролики. Так вот, я обращаюсь ко всем вам. Именно к вам. И вбейте себе в мозг, что это не вы должны бояться, а вас должны бояться. Вы, народ России. Вот запомните это.